спортсмены зарабатывают на жизнь и платят ли за соревнования зарплату? Спортсмены зарабатывают на жизнь спортом. И когда ты показываешь высокий результат, есть национальная команда Республики Беларусь в каждом виде спорта. И ты в нее попадаешь, тебе платят зарплату. Если результат с подиумом на самых высоких форумах спортивных мировых, то тебе платят еще президентскую стипендию. Но за каждое соревнование разные призовые в зависимости от статуса соревнований. И у нас очень хорошие призовые.